Здравствуйте! Сегодня вам покажем установку мойки ополаскивания МО-3000. В процессе мойки ополаскивания флаконы проходят три зоны. Тара омывается снаружи и изнутри двумя жидкостями, а также обдувается воздухом. Каждая емкость оборудована автоматикой поддержания уровня жидкости и управляется промышленным контроллером фирмы Siemens. Имеется два основных режима работы. Рециркуляция с подачей двух видов жидкости и режим работы на проточной воде. В данный момент мойка настроена на ветеринарное стекло 100 мл. Все управление осуществляется сенсорной панели оператора. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и соответствует стандартам GMP. Теперь перейдем к панели оператора. В основном меню клавиши «Пуск» и «Стоп» для автоматической работы машины. Заходим в настройки. Вы видите все датчики, находящиеся в машине, и их работу, а также каждый из отдельных узлов. Поворот стола, воздух, и дальше насос 1, насос 2 и входа. И основные настройки – это время задержек, время мойки и время обдува.